И с этим мы переходим к заключительной части курса. В завершении хочу рассказать вам одну притчу. Известный жанр притчами очень часто говорил сам Иисус, не так ли? Итак, притча. Притча о яблонях. Если в регионе вашего проживания яблони не растут, представьте на их месте, например, манго. Иногда мы адаптируем эту притчу к целевой аудитории. Также можете поступить и вы, если будете рассказывать ее кому-то еще. Письменный текст притчи также содержится в нашей книге. Итак, стояла одна деревенька, в которой жили бедные, вечно голодные люди. Еды никогда не хватало, и все от этого очень страдали и переживали. Особенно переживали яблони. Им отчаянно хотелось принести богатый урожай, чтобы, наконец, все могли наесться, и в первую очередь дети. Однажды яблони поклялись, что делают все возможное, чтобы претворить свою мечту в жизнь. Старались все, но у одной яблони дела шли гораздо успешнее, чем у других. Корнями она глубоко проросла в землю, вверху широко раскинула свои могучие ветви и научилась давать самые большие, самые вкусные, самые сочные плоды. Да столько, что ветви склонялись до самой земли. Но при этом ни один свой плод она не роняла на землю. Разве можно позволить им сгнить? Разве можно потерять урожай? Вот такой удивительно рачительной была эта яблонька. Да и прозвище ей дали соответствующее. Супердерево, мегадерево. Откуда только не приезжали сюда садоводы, чтобы узнать, в чем секрет такой плодовительности суперяблони, как удается ей принести столько сочных и вкусных яблок. Слух о ней разлетелся далеко за пределы деревеньки. Настало время, и наша яблоня достигла пика своего развития. Ни расти, ни повышать урожайность было уже некуда. Супердерево расстроилось, ведь оно привыкло из года в год становиться все сильнее, а тут... Кстати, однажды во время урагана у яблони сломалась ветка. «Только не это», — подумало дерево. «Теперь мне даже прошлогодней урожайности не добиться». Но к следующему году на нем выросли новые ветви, и яблок снова уродилось предостаточно. И хотя радость и вдохновение постепенно оставляли наше супердерево, оно продолжало верно и преданно плодоносить, окормляя голодных людей больше и лучше всех. Росла в этом селе и другая яблоня. Маленькая, неказистая, хрупкая. Плоды на ней, конечно, были, но не такие крупные и вкусные, а подчас даже и червивые. В общем, ей и саму себя было жаль. Особенно в сравнении с неподалеку растущим супердеревом. «Как жаль, что я так не умею», — думала оно. «Похоже, у меня совсем не получается. Но почему?» «А, наверное, все дело в почве. Видимо, не там я расту, потому и толку от меня мало. Хилячка я. Не зря меня так и называют». А ведь люди действительно эту яблоньку так и называли. Хилячка. «Дело определенно в почве. Мне она не подходит», — думала хилячка. Она сокрушалась от того, что не могла дать приличный урожай. Но однажды, посмотрев под ноги, то есть под корни, она увидела какой-то росток. Это был черенок новой яблони. «О, нет, только этого мне не хватало. Надо же, проросла прямо возле меня. Да она последние соки из меня выпьет, оплетет мои корни своими, заслонит с собой солнце, лишит меня последних сил и даже такого и без того худого урожая. Ну что за досада?» Прошло время. Деревце и вправду выросло и начало плодоносить. И тут у нашей хилячки появилась мысль.
Даже не так. Ее просто осенило, ошарашило, словно ударом молнии. Странно звучит в отношении дерева, и тем не менее. «Погоди-ка», — сказала оно себе. «Получается, мой плод упал, его семена попали в землю, проросли, и в результате выросла новая яблоня. И теперь вместе мы даем более обильный урожай. А что, если я оброню больше яблок, из них вырастет больше яблонь, и наш общий урожай станет в несколько раз больше?» Математика нашей неказистой яблоньки давалась с трудом, считала она плохо, но, несмотря на это, продолжала размышлять. «А если от моих черенков пойдут новые черенки, вырастут, окрепнут и принесут свой плод, тогда яблок будет еще больше?» А ведь эта мысль не унималась деревце. «Не исключено, что все вместе мы дадим урожай не хуже, а то и лучше, чем супер-яблоня. И тогда нам удастся накормить еще больше людей. И пусть наши яблоки не такие большие, сочные и сладкие, зато их будет много». Направляясь к супер-дереву, в своем желании узнать секрет его плодовитости, люди вереницей проходили мимо нашей невзрачной яблоньки, но совсем не замечали ее. А если и замечали, то только кривили лица и советовали поучиться урожайности у супер-яблони. И все же она оставалась верной своему плану. Роняла яблоки, их семена прорастали, появлялись новые яблоньки, которые, начав плодоносить, тоже давали потомство. Так в этом семействе появились дети, потом внуки, и вскоре все они превратились в большой яблоневый сад. А жители деревеньки больше никогда не страдали от голода. Итак, в чем же здесь мораль? Хочешь накормить больше людей и вырастить много яблок? Вырасти не просто большие яблони, а целый яблоневый сад. Хочешь дать этому миру духовную пищу? Создай не просто большие церкви, хотя лично мне большие церкви нравятся, так как они способны духовно накормить множество людей. Создавай целое движение, которые, кстати, появляются тогда, когда обычные общины готовы пожертвовать ресурсами, прежде всего человеческими, ради создания новых церквей, больших и малых, которые, в свою очередь, примут эстафету и понесут ее дальше. Я убежден, что именно таким образом Бог хочет дать духовную пищу нашему голодному миру. Через проповедь Евангелия, через распространение благой вести об Иисусе Христе, когда мы учим людей соблюдать все, что Он повелел нам, любить ближних, как самих себя, воплощать в себе и словом, и делом подлинные общины Царства, как знамение, предвкушение и орудие Божьего Царства, и насаждать такие общины по всему лицу земли. Надеюсь, что этот курс стал для вас еще одним небольшим инструментом, необходимым для исполнения вашего призвания расширять Божье Царство. В завершение мне хотелось бы помолиться обо всех вас, присутствующих в классе и обучающихся по ту сторону экрана, и предать все то, чему мы научились, Господу. Помолимся. Отче Небесный, благодарим Тебя за Твою любовь к нам, за дар спасения во Христе Иисусе, за Евангелие, которое свидетельствует о Твоей любви, о пути познания Тебя, спасения и преображения под действием Твоего Святого Духа, дающего силу угождать Тебе и наполняющего нас Твоей любовью.
Боже, дай нам мудро и правильно распорядиться тем, что Ты нам верил. Садила нас своим орудием мира, праведности, правосудия и благой вести этому миру. Мы понимаем, что Ты действуешь через людей, а в наши дни через свой народ, церковь. Помоги нам, Боже, не только укреплять поместные общины, дабы они становились подлинными общинами Царства, но и способствовать их умножению, их воспроизводству по всему лицу земли. Употреби нас в этом служении. Благослови все, чему мы здесь научились. Дай этим семенам принести плод и умножь его во славу Твою. Во имя Иисуса. Аминь. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинария».